ГСП «Чернобыльская АЭС» получила сертификат Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины на пусковой комплекс «Лицензионный пакет номер 5». Сертификат подтверждает соответствие законченного строительством объекта проектной документации и его готовность к эксплуатации. Лицензионный пакет номер 5 включает в себя разработку проектной документации, сооружение фундаментов, монтажной, транспортной и сервисных зон, изготовление, организацию доставки и монтаж несущих элементов стальной конструкции арки и компонентов, присоединенных к арке до ее перемещения в сервисную зону, изготовление обшивки арки и организацию ее доставки непосредственно на монтажную площадку для строительства обшивки, изготовление мостов системы основных кранов и их монтаж, проектное положение, герметизацию сопряжений между конструкциями арки и элементами объекта укрытия, а также надвижку арки на объект укрытия. Именно на завершении перечисленных работ был получен сертификат ГАСИ. Получение сертификата открывает дорогу к завершающему этапу – вводу нового безопасного конфайнмента в эксплуатацию как целостного комплекса вместе с внутренними системами. Сертификат Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины – кульминация многолетних усилий, прилагаемых Украиной и международным сообществом для преобразования объекта укрытия в экологически безопасную систему. Успешное воплощение этого проекта стало возможным благодаря поддержке 40 стран-вкладчиков и доноров Чернобыльского фонда укрытия. Напомним, что арка нового безопасного конфайнмента – это уникальная передвижная наземная конструкция длиной 165 метров, высотой 110, шириной 260 и общим весом 36 200 тонн.